В дежурную часть Уссурийска поступило сразу два заявления о поджоге автомашин от 27-летней и 45-летней местных жительниц. Задержанный рассказал, что накануне поджога он встретил своего знакомого, с которым у них был давний конфликт. Узнав, что мужчина передвигается на автомашине марки Nissan Juke, подозреваемый решил сжечь его транспортное средство. Приготовил зажигательную смесь и ночью пришел к дому своего знакомого. Однако, оказавшись на месте, мужчина перепутал транспортное средство и поджег другой автомобиль. Огонь перекинулся на припаркованную рядом с ним автомашину Subaru. Nissan Juke выгорел полностью, а Subaru XV получила значительные повреждения. Общая сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый житель Владивостока. Мужчину доставили в отдел полиции. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции потерпевшие сообщили, что у них в собственности находятся транспортные средства марок Nissan и Subaru. В вечернее время владельцы припарковали свои автомашины около дома на улице Комсомольской, но уже утром их разбудили сотрудники экстренных служб. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога». Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Олег Завьялов, новости на Восьмом.